вчили, що я не змог присутствувати по храмах, тільки я пускати трапив за границю. Для мене це було немножко потрясіння, тому що ми з ним часто общались в Фейсбуці. Он мне писал, иногда звонил. Он мне позвонил буквально где-то дней за 10 дней до того, как его не стало. Я как раз уезжал. И он мне позвонил, как раз сказал много комплиментов. Он говорит, Робко, почему ты ко мне не приезжаешь? Я последний раз был очень давно с Даниил Крамером, приезжает. Я обещал ему, что приеду 100% после своего тура, когда освобожусь. А вот сейчас история. Так получилось, что сейчас где-то 20 лет примерно мы были знакомы. Играли мы всего несколько раз вместе, потому что он был классический музыкант, я как бы джазовый, я не играл в классику. Ну, часто пересекались на концертах, когда он приезжал с Женей Шаповаловым, также он работал с Фелисом Лившицем. Женя всегда, я помню, говорил, если не будет Игорь, я работать не собираюсь, никто мне не подходит. Это единственный пианист, с кем я могу работать и иду на все условия. Была такая история в 97-м, по-моему, году. У нас была совместная халтурка. Я не должен был с ним играть, он должен был в тот момент работать со своим флетистом Бернардом. Так получилось, что или он заболел, или он куда-то уехал. И мне позвонил тот человек, который делал эти концерты, работы. Говорит, ты сегодня свободен? Я говорю, да. Он говорит, ты будешь сегодня работать там-то и там-то с пианистом вдвоем в дуэте. Он мне сказал, кто что, ну я свободен, поеду, нет проблем. Приехал и смотрю Игорь. Я говорю, этому человеку, он же классический музыкант, я классику не играю, что мы будем делать вместе? Он говорит, иди разговаривай. Я подхожу к Игорю, говорю, ты же джаз играешь, ну давай мы Гершвина сыграем. Я знаю, если что-то я не помню, я пойду за тобой. Я говорю, ну давайте список набросаем. Он говорит, я не помню название, давай я сяду, начну играть, а ты меня подхватишь. Единственное, что я помню, он меня сразу ошарашил тем, что он говорит, а давай сыграем Керна Дым. Smoke Gets in Your Eyes. Вот сейчас мы сыграем эту композицию.